вы можете управлять собственным психологическим пространством. Вот. Не пытаться эти пространства друг на друга, чтобы они наезжали, как часто происходит в отношениях, вот. А как-то уметь их разносить в пространстве друг относительно друга по осям. И если вы психологически способны вот так себя как бы настраивать, то вы не запускаете патологический круг вот этих вот реакций. Потому что как получается? Я чувствую, что я, мои границы бесконечны, значит, кто-то на мои границы зашел, я напрягся, я начал думать, дальше начинаются когнитивные конструкции, что он не должен был так делать, он не имеет права так со мной разговаривать, то, все, пятое, десятое и так далее. И это все включает уже все наши подкорковые истории. У нас начинает подниматься артериальное давление, сердцебиение, потливость, руки сжимаются в кулаки, челюсти превращаются, значит, в металлический чклад-чклад-чклад.